Часть 9. Воспоминания 2. Укрыватели провизии. Мари Левек устраивает торжество в Люксембургском дворце. Проникните во дворец и убейте ее, прежде чем она спровоцирует бунт. Легендарный призрачный капюшон мне дадут. Просто охереть. И по-любому у меня не будет бабушки. Сволочи, бабушки не будет, я уверен. Камон, загрузка должна быть короткой, я уверен, я уверен. Я не хочу тебя вырезать. Я по-любому забуду тебя вырезать. Отлично. Des hommes de Marie Lévesque ont déchargé les bateaux et emporté le grain au palais du Luxembourg. Si le peuple croit que la famille royale accapare des réserves de grain en temps de famine, ce sera l'émeute. C'est exactement ce que Germain souhaite. Je te laisse, Madame Lévesque. Je vais retrouver le grain volé et le faire sortir de là avant qu'on le découvre. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Там музон прикольный был, я считаю. Я только его и слушал, просто мне абсолютно срать на то, что они там говорили. Зерно, окей. Она вывозит зерно, я убиваю людей. Нормально, а чё? Прекрасно, почти как банда GTA. Недавно орудовавшая в Московской области. Чё, я опять должен выслеживать тебя? Ускор! Ален! А мой! Донь-ню ла пудр! Так, фейерверки, понял. Qu'est-ce que nous allons faire, Michel? Si seulement je pouvais mettre la main sur ce garde. Une très belle fête. Vous vous êtes surpassé, ma chère. Merci. Veuillez m'excuser, je dois aller retrouver mon mari. Так, фейерверки, узник и изнасиловать бабу. Вроде все верно. Ага, и они его закрыли. Так, стойте, это же картинная галерея! Это картинная галерея, которую вы грабили в задании, просто охереть. Я просто иду по тому самому, что было в коопе. 47 ходов, 60 стражников, 9 сигнальных колоколов. Охереть. Но в любом случае, я знаю, как зайти. Merci, monsieur. Tout va bien? Oui. Vous acceptez de me conduire sur la vie, je vous promets le spectacle de Je m'en voudrais beaucoup. Чем я дало? Un artiste est dans le besoin. Мне нужно защитить его? Nous y sommes presque. Окей, мне нужно его защитить. Я не знаю, что это даст, но ладно. Да почему я двоих-то не убиваю? Да, я застрял только что. Ну давай. Да ты охерел, что ли? Охереть, я все потратил просто. Все лекарства. Нет, подождите, я могу, наверное, все-таки у этих собрать с них, с трупов. Merci, mon ami. J'aimerais pouvoir vous remercier comme il se doit. C'est inutile. La diversion suffira largement. Qu'entendez-vous par là? Rien. Вы отвлекли внимание при помощи фейерверка. А, окей.
depuis la mière. Так, что там? Вот, все, 5 лекарств нормально собирал. Конечно, уродец надавал мне по щам. Я вообще не нажимал кнопочку прыжка в ту сторону, просто повернул камеру, и он прыгнул туда. Ладно. Фак. Да иди ты в жопу, а! Ай, насрать, заползу здесь. Не знаю, нахера я начал здесь ползти. Освободите Тома Левека. Во-первых, не знаю, где он. А, вон, вижу. Allons-nous devenir, Michel? On va t'envoyer aux galères pour une simple miche de pain. Tous ceux qui sont ici sont accusés de la même chose. Et c'est ça qu'ils appellent la justice. Si je le pouvais, j'arracherais les barreaux de cette prison. Et je me battrais pour gagner ma liberté. Tous ceux qui sont ici en feraient autant. Mais j'ai peur qu'un autre sort nous attend. Oh, Michel. Je t'aime. Moi aussi. Так, мне нужно спуститься вниз. О, господи, вы издеваетесь. Не оборачивайся. Oui, monsieur. Les cellules sont dans bon ordre. Oui. Так, внизу. А, они разошлись. Я не видел, кто из них подсвечен красным. Фак. А как я вам взломать? Я не смогу украсть, взломать сейчас, в общем. О боже мой. Какого хера? Вы говорите мне взломать или украсть, если я не могу взломать, в принципе. Какой дебилизм. Так, а может я могу взломать... А, вот здесь я могу освободить людей. Найс. Je t'en supplie. Tu veux de l'argent? J'ai une famille. Fais-moi sortir. Et il est à toi. Вот же отстой. Так, это не враг, что ли? Ты всего лишь караванщик. Кто меня заметил? Кто? Ну какого левела это замок? Я же не вижу. А. Фак. То есть... Ну да, ключ ко всем... Господи, я что-то туплю, сижу, думаю, как так-то? Ключ-то один. А решеток столько. Все, они там начали сражаться, окей. Ходи, урод! Отлично, я не вижу, правда, как это мне... А, я могу пройти мимо, окей.
это был не Том Левек? А это был не Том Левек? А кто это был тогда? Я не знаю, кто такой Том Левек. Окей. Неважно. Вверх! Ну-ку... Он никуда не мог пойти. По-моему, все-таки охрана дворца выигрывает. Вижу один проход. Вижу второй проход. Вижу третий проход. Мне нужно второй этаж. Кто такой Том Левек? Ну, освободить его, значит, он был сидел в тюрьме, но тюрьма-то все, как бы, я все открыл. Игра баганула, не учла или что? Просто я... Побег из тюрьмы организован. Освободите Тома Левека. Ладно, насрать, видимо, дальше будет. Просто пойдем вперед и сейчас со злиным зрением пройдемся по всей локации, узнаем, может, есть кто-нибудь подсвеченный золотым... Я знаю, по глазам может бить эта херня. А где, кстати, фейерверк? Я вообще фейерверка не вижу. Так, колокол в здании, это просто отлично. Так. Как я могу забраться внутрь? Явно не через первый этаж. Так, второй этаж. Второй этаж или третий этаж? Окей. Давайте попробуем третий этаж. Я видел здесь открытое окно. Мне толком ничем не помог этот сраный... Побег из тюрьмы, который я организовал, ну ладно. Козёл! И здесь не зайти? Готов. Че, издеваетесь? Да, что ты делаешь? Массакр! А, тут все-таки было окно. Ладно, неважно. Мне в любом случае их надо было перебить. Так. Все, я весь третий этаж зачистил. Ce soir, nous fêtons une nouvelle étape sur la voie de la liberté. À nous. À nous. Ты сюда не пойдешь?
Охрана есть, охрана есть. И охраны много. Так, ну мы, я просто подожду, пока она подойдет сюда. Хотя я знаю, как лучше. Там есть балкончик. И на балкончике никого нет. Вау. Воу. Просто подождем. Давай, ты уже близко. Je suis si contente. Подойди сюда. J'espère que vous ne songez pas à nous quitter. Подойди сюда. Подойди. Я не знаю, кто такой Том Левек. Если честно, мне неохота его искать, поэтому... В жопу его! Вообще думал, что Том Левек это тот чувак, которого показывали катсцене. Ну ладно. Tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des Templiers. Tout homme qui lui portera secours connaîtra le même sort. Pauvre fou, de voler me parle. Je connais ses pensées, de la serre. De la serre! Madame, un visiteur. J'ai besoin de ton aide, Marie. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations avec l'ancienne. Il complotait contre la révolution d'une main, tout en jurant soutenir la constitution de l'autre. Bien. Vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes, monsieur le Beltier. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Сваливаем! Дерьмо, уходим. Фак, где все выходы? Отстой. Дверь закрыта. Дверь закрыта. Все закрыто. Вы что, издеваетесь, что ли? А, мне показывают, куда можно бежать. Фак. Дерьмо. Ты что ты делаешь, боже мой? Да ты издеваешься, что ли? Отвали! ОМГ, он во всем застревает! Да дух лети, встань! Блять, это такой дебилизм!
Наконец-то, ёптать. Ты чё, ты на всё залез? Да беги вперёд, налево! Да куда ты бежишь? О боже мой! Как они меня здесь видят? Нет, в укрытии. Всё. Охереть. ОМГ, это какая тупость в конце была. Боже. Кто такой Том Левек? Кто такой Том Левек? Никакого Тома Левека не видел. Если это был тот чувак... Я не буду меня лишь инсультировать. Которого я освободил, то это... Ты знаешь, что это багануло? А, чуваки меня видят, но они стоят и ничего не делают, смотрите. Ладно, неважно. Мне в другую сторону вообще надо было бежать. Я мимо вас пробежал, дебилы, вы что, совсем слепые? Нет, закупиться. А, это был фейл только что. Я бегу наверх, там нету выхода. Бегу вниз, нету выхода. Враги везде, ёптынь. Бегу туда, туда стою, туда стою, туда стою. Такая, скотина, беги, падла. А, вы бы знали, что у меня в голове было. Я, главное, бегу вперед, он бежит налево. Я такой, да падла, сколько его... Главное, ввожу его вправо, он начинает вправо бежать очень сильно. Я такой, нет слов. Ладно. Я по-прежнему не понял, кто такой Том Левек. По-прежнему не понимаю, точнее. Том Левек? Мне его даже не показали. Я даже не знаю, кто это. Кто это был? Вот напишите в комментариях, кто это был и где он был. Потому что освободить Тома Левека, ну блин, я подумал, что его... Ну, блин, освободить откуда? Из темницы, наверное. Теперь, когда Мари Левек мертва, пора встретиться с Элизой и уходить. Нет, Мари Левек, Том Левек, неважно. Вспоминает три побег. Mais... Pas le temps de t'expliquer! Cours! Norm! Aurons-nous droit ce soir à une promenade aérienne, professeur? Non, non, non. Je crois que non. Дайте угадаю, мы... мы своруем у них воздушный шар, да? Grand Theft Balloon. Revenons à cet exemplaire-ci. Hé, mais que faites-vous donc? Descendez de là tout de suite! Coupe les cordes! Je te couvre! Mon Dieu! Ты прикроешь? Уверена? Vous ne nous arrêterez pas! Ты меня прикроешь, да? Ну прикрывай. Attention!
Она их убила? Attention! Arno! Je vais te rejoindre! Attends-moi! Où veux-tu que j'aille? Че, издеваешься? Не касаться земли? А, я уже коснулся земли. Не отставайте от воздушного шара, не касайтесь земли. What? Le vent forci. Tu ferais bien de te dépêcher. Мико! As-tu au moins réfléchi? Un moyen de redescendre? Ah, ces problèmes ont tendance à se résoudre d'eux-mêmes. Tu vas bientôt manquer de toi. J'espère que tu sais ce que tu fais. Fais bien attention de rire en te voyant t'écraser dans le feu. Là-haut, au-dessus du toit. Leslie, cours! Да бегу, бегу! Фак! Ладно, понял. Раз ты с ними справишься, то ладно. Фак, она в другую сторону полетела. Вот же отстой. Ну стреляй по нему! Фак! Я, видимо, не туда пошел. Что ж у него хп? Нету. Ну, в смысле, максимальное. И не отнимается. Бегу, бегу! Уи! Сейчас романтика будет по-любому. Чмоки, чмоки. Да. Соломашки. Вау. Тихо. Вау. Тихо, 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 тихо. Не трогай. Не трогай. Зачем? Вот он сам коснулся земли. Я этого не делал. Не будет соловашек? Я думал, что это все, это не все. А ты... Вау! Вот же дерьмо. Нет, все-таки, раз он это сказал, то значит это по скрипту было задумано, то, что я сюда побегу. За скрипты было задумано, то, что я побегу туда. Да хер его знает! Потолстей! Да бегу! Это что за херня? Какой времени нет? Времени до хера! Ты просто не жирная! Арно, нашел бы тебе себе жирную бабу, медленно летел. Да куда скорее, видишь, нет? Фак. Кто по мне стреляет, меня интересует. Ой, эпик просто. Сейчас он снова упадет. Нет? Окей. Кто мне все это время стрелял? Там никого не было. La prochaine fois... Je m'occupe de notre sortie. Ты видишь вот это, что у меня на голове? Ты точно хочешь со мной в одном воздушном шаре быть? C'est magnifique. Vu d'ici, comment pourrait-on croire que notre nation se déchire?
Est-ce que les choses reprendront un jour leur cours normal? Tu crois que c'est possible? Et toi? Après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons perdu. Alors c'est irrévocable. L'histoire est à jamais altérée. Nous ne reviendrons plus en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Mais вот так, да. Мы ассимилируемся. Текстурка с текстуркой. Элиз, жо. Не будем целовать воздух, ёптыть. Ооо, все плохо. Ну окей, они даже не могли нормальную катсцену сделать, в которой они хотя бы соприкасаются. Вроде катсцена-то норм, да, хорошо придумано. И так далее. Тут романтика, все дела, дождь, воздушный шар, Париж. Зато, ёптать, они друг к другу проникают, там, рука в руку, и не могут друг друга достать модельки персонажей. Неважно. Девятая глава, кстати, закончена. Ачивка где? Скоты! Ой, чё за музяка? Что происходит? Что происходит? Сейчас мне скажут то, что для Геликс нужно DLC или обновление, или что? То, чтобы я выметался отсюда. Шел работу искать. Алло? А, ну да, я забыл точно, здесь же должны быть для передышки загрузки по минуте. Нет, вроде нормально. Нет, сохранение было. Сохранение меня сбило. Нет, все ок. J'ai dû filer. Tu avais l'air si paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Je t'aime, Elise. Quelqu'un va venir la chercher. Espérons-le. Vous connaissez nous ? Attendez. Mais tout ça, c'est de la... Ух ты, убить преступников. Что такое? Initié, tu me reçois? Désolé pour tous ces parasites. Je n'avais jamais vu autant de distorsions. Ça ne me dit rien qui vaille. У меня преступник был. Avant que je perde la connexion. Je t'envoie les données. А, да, точно. Фу. И мне хватит, по-моему, и на отмычки, и на добивание. На добивание не хватит одной единицы синхронизации. Да. Ну, подкопим, видимо. Сейчас. Окей, accroche-toi. Tu touches au but. Nos recherches n'ont pas pu identifier la date ou le lieu de la mort de Germain. Il va falloir que tu les découvres toi-même. Bishop terminé. У меня преступник убежал из-за вас, ублюдки! Заразы. Ну, видимо, они его убили. Я просто его обыскал, парни. Все норм. Чё не так? Чё не так? Вы хотите со мной сразиться, что ли? Давай! Не хочешь, ну и ладно. А, смотрите-ка я где. Я прям на том месте, где мне нужно. Я хотел как раз и в кафе пойти. Там же задание есть. Давайте, вот сейчас пришло время выполнять второстепенные задания. Я думаю, как раз самое то. Три главы до конца. По сюжету все норм. Вроде совокупился наш главный герой. Вроде как чувство сперматоксикоза ушло в никуда, поэтому... Можно начать заниматься делами, делами житейскими. Господи, куда я зашел?
Так, где интенданта офис? Все равно 92 франков, ливров всего. А может быть, если буду выполнять за театр, тогда увеличится выручка? Заткнитесь, а? Et toi, que faisais-tu près du mur du fond à minuit? Rien. Пойду задание выполню. Давайте начнем задание кафе-театр. Потом все остальных. Посмотрим, как они пойдут. Ну, здесь всего 5 заданий, так что не страшно, я думаю. Это недолго будет.